Здравствуйте! Представляем вашему вниманию ванну Николь из коллекции оригинальных ванн Тритон. Ее длина составляет 1,57 м, ширина 1,03 м. По форме Николь напоминает лепесток тропического цветка. Необычная дизайнерская задумка не оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей роскоши. Подойдет ли ванна Николь именно вам? Вы удивитесь, но эту необычную ванну можно установить в ванную комнату без перепланировки. Купель расположена по диагонали, что увеличивает ее в длину. Внутренняя поверхность ванны расширена в области плеч, а с другого края сужена. В ногах есть место для раковины или стиральной машины. Такая ванна выпускается как в правостороннем, так и в левостороннем исполнении. Принимать душ в этой ванне гораздо удобнее, чем в обычной прямоугольной ванне. Она выполнена из современных материалов высочайшего качества. В отличие от эмали, акрил всегда теплый и гладкий на ощупь. Дно с рифленой массажной поверхностью препятствует скольжению даже в мыльной воде. Ванна абсолютно устойчива. Ее каркас выдерживает тройную нагрузку и надежно фиксирует не только дно, но и бортики. Ванна полностью собрана, доставляется с ножками, сливом и переливом. Достаточно просто подключить ее к коммуникациям. Стильный лицевой экран на магнитах легко снимается, и вы сможете убрать за него ненужные вещи и скрыть коммуникации. В этой гидромассажной ванне вы почувствуете себя словно внутри огромного лепестка, который полностью подстроен под анатомию вашего тела. Необычная форма бортиков, кстати, имеет и практическую пользу. Влага на бортах не задерживается, а стекает как роса. Вот почему за ванной Николь легко ухаживать, а легкость в эксплуатации тоже на пользу женской красоты. На широких бортах есть площадка для установки смесителя и гидромассажного оборудования. Это невероятное ощущение, когда в небольшой по размеру ванной комнате вы можете принимать ванну, вытянувшись во весь рост. Потрясающее ощущение! Вам захочется возвращаться сюда снова и снова.